Идеологический и культурный центр Гянджинского гарнизона представляет интернет-конкурс «Карабах – это Азербайджан». Во время 44-дневной Отечественной войны было написано множество песен, стихов, очерков, видеороликов и плакатов о родине и героях войны. Они помогли военнослужащим достойно перенести тяготы и лишения войны. Мы гордимся своей армией. Мы гордимся своим многонациональным народом. В целях увековечивания в памяти народа подвигов героев Отечественной войны, а также гражданских лиц, активно оказывающих поддержку армии в тылу, объявляется интернет-конкурс по следующим номинациям. Песни о родине и Отечественной войне. Видеоролики о родине и Отечественной войне. Очерки о войне. Стихи и поэмы о родине и Отечественной войне. Плакаты и фотографии о родине и Отечественной войне. Военно-патриотические сайты и страницы в социальных сетях. Волонтерские организации, активно работающие во время войны. Подробную информацию об интернет-конкурсе можно получить на сайте www.vtn-ugrunda.az. Füzuli bizimdir, Cebrail bizimdir, Zengilan bizimdir, Qubadlı bizimdir, Ağdam bizimdir, Laçin bizimdir, Kəlbəcər bizimdir, Şuşa bizimdir, Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Eşq olsun Azərbaycan xalqına, yaşasın Azərbaycan!